Сегодня в Ноябрьске состоялся очередной рейд по объектам торговли. Заместитель главы администрации, руководитель городского департамента по имуществу, а также представители отделов экологии, потребительского рынка и защиты прав потребителей наведались в гости в несколько торговых павильонов. Делегация оценила, насколько хорошо следят за порядком на остановочных комплексах их владельцы и соблюдают ли они условия договора аренды муниципальной земли. Как отметила начальник управления земельных отношений Юлия Кегель, из всей массы остановочных комплексов, а их в Ноябрьске более 100, в полной мере требованиям соответствуют примерно 10%. В планах руководства города поставить на место нерадивых предпринимателей. Сейчас в черном списке почти 70 точек. Им грозят не только судебные иски, но и материальные потери. За нарушение договора администрация города вправе эти киоски просто снести. Мы сегодня выполняем не просто поручение главы администрации города Ноябрьска Жанны Александровны Белоцкой. Это чаяние наших жителей и депутатов нашей городской думы. Все хотят, чтобы в городе Ноябрьске цивилизована была и торговая деятельность, и, соответственно, карманы для ожидания общественного транспорта. Поэтому сегодняшняя наша задача – это не прекратить торговлю. Это не запретить что-то кому-то делать. Мы на самом деле как стояли на стороне интересов предпринимателей, так и стоим. Но есть нормальные цивилизованные правила, в том числе и культуры торговли. Поэтому хотелось бы, чтобы и предприниматели города к этому относились ровно, спокойно. Мы выстраиваем нормальный диалог.